Сегодня стало известно, что лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко наконец-то согласилась на прохождение медицинского обследования и лечения в клинике Германии, которое ей сделала канцлер Германии Ангела Меркель. Аналитики издания «Биржевой лидер» узнали все подробности. Лидер партии «Батьковщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Владимировна Тимошенко, решила не отказываться от предложения канцлера Германии Ангелы Меркель и съездить в Германию, дабы пройти обследование и курс лечения в клинике Берлина «Шарите». Напомним, ранее Юлия Тимошенко, еще находясь в заключении, неоднократно пыталась добиться от властей разрешения на прохождение лечения за границей, однако так и не смогла его получить. Сейчас, уже будучи свободной, она обязательно пролечится, ведь для того, чтобы принести стране пользу, прежде всего необходимо встать на ноги и привести свое здоровье в порядок. Также стало известно из информации, опубликованной на официальном сайте Юлии Тимошенко, что в планах политика посещение саммита Европейской народной партии, и только после этого она уже готова будет посетить клинику, дабы там проходить курс лечения. Напомним, что Тимошенко страдает достаточно серьезным заболеванием позвоночника хронического типа, и в ходе обследования 53-летняя Юлия Владимировна нуждается в немедленной реабилитации и лечении. Только позавчера, 22 февраля, Тимошенко вышла на свободу после того, как было подписано постановление об ее освобождении. Постановление об освобождении Тимошенко было принято в Верховной Раде, и аргументировано оно было тем, что необходимо выполнить международные обязательства, которые касаются освобождения экс-премьер-министра страны Юлии Владимировны Тимошенко. Согласно вынесенному решению, Юлия Тимошенко была освобождена немедленно.